организации имени Владимира Ильича Ленина. Звейтесь кострами, синие ночи, мы пионеры, дети рабочих. Близится эра светлых годов. Клич пионера – всегда будь готов. К чему уже должен был быть готов ребенок 10 лет? Но он уже побывал, был в октябрятах. И к 10 годам он уже должен быть полностью готов уважать старших, помогать малышам и готовить себя к к комсомольской организации. И 19 мая, я помню, это был 1970 год, ну, не то, что помню, а я 60-го года, 10 лет меня принимали, значит, это 70-й год, это праздник в школе, это красный галстук, как повяжешь галстук, береги его, он ведь с нашим знаменем цвета одного. И когда нас готовили в пионерскую организацию, то вставал вопрос у старших товарищей: красный цвет – это цвет зари коммунизма, который встает, и вот-вот-вот весь земной шар охватит и запылает коммунизмом. Или это цвет, как нам старшие товарищи говорили, цвет пролитой крови за революцию, за Великую Октябрьскую революцию, чтобы вы, дети, вступаете в пионеры и помнили об этом. И говорили нам про три конца, и говорили нам про узелочек, что это единение детей всех континентов. И это осталось. Прошло 49 лет, и это осталось, значит, то, что хотели, то, что хотели воспитать человека нового типа, который лишен, значит, вот этой тяги к собственности и который всегда будет готов. Пионер в борьбе за дело Коммунистической партии Советского Союза. Будьте готовы! Я просто с таким удовольствием, пальчики должны быть сжаты ровненько, потому что это тоже символ. И должны вот так ручки держать, и вот так вытянуться, и вот в таком порыве, значит, единение и желание быть вместе со всеми. В школе, в торжественной обстановке был повязан красный галстук. Уже давно нет пионерской организации, но, собственно говоря, это 90-е годы. Раз нет коммунистической партии, вот эти единения, октябряты, пионеры, комсомольцы и коммунисты уже нет. Мои дети уже не были пионерами, они, значит, как-то вот без организации прошло их детство. Сейчас я наблюдаю, что вот как раз вот такие храмовые комплексы и очень много, значит, религиозных таких моментов, что дети вот в такие воскресные школы и просто такие школы, и повседневно как-то вот приходят вместе с родителями или без родителей и тоже находят какие-то, ну, тоже свои, значит, правила и свою потребность, опять свою сопричастность к общему. Так что вот такие времена были, все это в прошедшем времени, но осталось еще пока в нашей жизни. Это дата 19 мая 2019 года. И песня-то, собственно говоря, «А ну-ка песню нам пропой, веселый ветер». Веселый ветер, веселый ветер, моря и горы ты обшарил все на свете, и все на свете песенки слыхал. Спой нам, ветер, про синие горы, про глубокие тайны морей, про птичьи разговоры, про ясные просторы, про смелых и больших людей. Это, конечно,
замечательное было время, пионерское время, время желания сделать себя лучше и посвятить стране. Что у вас в руках? Что за документ? Ваш мандат. Слово-то мандат. Это вообще суровое слово. Поближе, и вот не разгляжу вот, никак. И вот этот вот мандат вам выдан был. Там большое на... видится на расстоянии. 19 мая 72 года. Это 28 плюс 19. Ты его пытаешься посчитать? Да. Калькулятор, 47 да? лет назад. Не может быть. Да? Что, сохранилась бумажка? Вот. С ним можно было у кино пойти бесплатно, кажется, не уверен. Я думаю, что...